Дорогие друзья, рада приветствовать вас! Сегодня мы познакомимся с шестой пьесой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича из его фортепианного альбома «Танцы кукол». Называется она «Шарманка». Шарманкой называют старинное механическое устройство для исполнения музыкальных произведений. Представляет она собой небольшой ящик, внутри которого размещены звучащие трубки, меха и деревянный или металлический валик с шипами-кулачками. Именно вращение этого валика и заставляет шарманку звучать. Шарманку можно назвать прабабушкой современных музыкальных проигрывателей. Шарманщик, так называли хозяина шарманки, ходил из города в город и исполнял популярные мелодии того времени. Это было одно из любимых развлечений на праздниках и ярмарках. Разве мог кукольный бал Шостаковича обойтись без этой диковинки? Куклам очень понравился необычный музыкальный инструмент – шарманка. Не случайно лучшим другом кукол стал шарманщик Папа Карло. Помните сказку про приключения Буратино? Ну а в следующий раз нас ждет встреча с новым танцем из фортепианного альбома Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.